Катиться по основным магистралям, где до сих пор идет ремонт дорог. И сейчас мы находимся на улице Майорчака, где этого самого ремонта ждали, наверное, всю свою жизнь. После него, если уж не жить, то ездить здесь станет гораздо лучше. Совсем недавно городские власти обещали, что откроют одну половину для движения, чтобы хоть как-то разгрузить дороги. Но, как говорят специалисты, подвела погода. Для того, чтобы машины могли там безопасно ездить, нужно, чтобы дорога была уплотнена. Пока этого сделать невозможно, потому что очень мокрый грунт. Для того, чтобы уплотнение там провести и пустить автомобили, нужно как минимум 5 сухих дней без дождя. Как только наступит такая погода, подрядная организация выполнит там уплотнение, и половина проезжей части будет открыта. Однако это не будет готовая дорога, работы там будут продолжаться до 30 октября. Переносимся на правый берег. Сейчас мы на улице Мичурина. Здесь еще в начале июля начался ремонт виадука. Здесь ведется работы по ремонту и самого моста, и еще СГК здесь ремонтирует тепловые сети. Планировалось все закончить к концу лета, но рабочие тоже не уложились в срок. И на этот раз специалисты говорят, что водителям придется потерпеть до конца сентября. Все перекрытия там производятся по согласованию с администрацией города. Значит, мы планируем завершить свои работы до 20 сентября. Возвращаемся на левый берег. Мы на улице Брянская. Здесь, можно сказать, одновременно с улицы Мичурина начались работы. Идет ремонт моста через Качу. Планировалось, что все закончится 30 июля, то есть месяц назад, но работы идут и по сей день. Мы обратились в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и спросили, когда здесь вернется привычная схема движения. По улице Брянская ведутся ремонтные работы на мостовых сооружениях. По адресам Брянская 140 и 280. А сейчас, в настоящее время, ведутся работы по подъему балок для устройства подфирменных тумбочек, а также по устройству... Работы идут по сей день. Мы обратились в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и спросили, когда здесь вернется привычная схема движения. По улице Брянской ведутся ремонтные работы на мостовых сооружениях. По адресам Брянская 140 и 280. А сейчас, в настоящее время, ведутся работы по подъему балок для устройства подфирменных тумбочек, а также по устройству... Работы идут по сей день. Мы обратились в управление дорог, инфраструктуры и благоустройства и спросили...